грязновато-зелененьким. Возьмешь белильце, возьмешь разбавитель. Возьмешь голубенький, возьмешь желтенький и грецой, некоторый грецой плюс коричневый. Вот такой грецой перепачкаешь холст. Когда перепачкаешь, мы возьмем тряпочку, сделаем из нее рабочий инструмент фигушку и распределишь все, что ты положила, вот так тряпкой. Мягко распределишь на холсте. Будет вот такая зеленая муть. В эту зеленую муть ты будешь подкладывать то розовости, ты видишь их, то сиреневости, то нарядные зелености. В отражении все будет у тебя по высоте. То есть, если мир над водой будет по ширине, то в воде по высоте. А потом сюда зайдет цвет лошадки. Зайдет и перемелит подкладку зеленую. Вот так перемелит. Хорошо? Давай так. Краска на холсте. Ты ее вытерла. Нам нужно вещество краски. Вещество. То есть ты терла, почти довела до вот этого состояния. Нам нужно вещество. Поэтому там-сям нашвыряешь цветики, которые ты видишь. С веществом. Да, с веществом. Тряпка дает мутный эффект, а нас здесь мутный эффект вполне устраивает. Вот он этот мутный эффект. И у тебя мгновенно произойдет набор всех пятен, в которых ты нуждаешься. Коричневый плюс розовый здесь придет. Появятся какие-то травочки. Смотри, тряпка прекрасно с травочками справляется. Голубой коричневый даст смуглый зеленый. Вот они, травки. Посмотри, как тряпка мгновенно рисует. Так что имею в виду, тряпка наш друг. Давай, с веществом. Лошадку взяла розовый, взяла коричневый. Лошадка вместе с отражением занимает большую часть картины. Штрих по цилиндру покажет идею круглости лошадочки. Смотрим относительно середины, где это находится, что. На середине, на диагонали. Вот если мысленно пропустить диагонали, находится некая точка, которая, от которой можно сплясать. За линию середины зашла грудь лошади. Зашла грудь. Шея внятно выше середины. Голова почти параллельна формату по высоте. Просто соразмерно пристроим шею наверху. Близко к краю подходит задничек. То есть относительно краев, относительно середины удобно находить изображение, да? Ну и то же самое вниз. Давай. Воду, да? Утишить до мутного. Все правильно сделала. Утишить до мутного. А потом создать идею закругленностей по цилиндру. Ты видишь, уже в этом месте. Ну и что? Сейчас, смотри. Ну, смотри. Вот я ее разогнал до мутного. А вот я взял мастихин. Плюс свет. Сначала ты его, да, вышкребешь. По форме уже будешь шкрябать. У тебя все появится, и ты спокойно пойдешь на финишную.
Здесь у нас линия воды. Уже можем увидеть, где мы не точны. Вероятно, здесь не точны. Вероятно, здесь ухудить. Если что, подвинем. Сейчас сразу себе поставим эту сопельку воды. Без нее да, не дает внятности. Беленький, да, ага. Вниз сделаем мутно. Там очень отражено. Мы сделаем мутновато. Мало того, скорее всего, еще сделаем вот такую идею воды. Ну, не вырисовывать же еще и в отражении. Тем более, так оно поэтичнее. А здесь будет вырисовано. Значит, здесь уточнишь силуэт, здесь уточнишь силуэт. И потом еще все это превратишь вот в это. Да? Только что ты видела вот эти вот укладки. Попробуем и нам усадить эти укладочки. Сейчас, сейчас, сейчас. Раздавленная краска, раздавленная. Ух ты. Ляжет очень солнечно. Именно раздавленная вот такая. Устал бояться. Видишь, раздавленность это довольно удобно подвигается, если надо. Понакидать светики. Нет, это светики. А это ты мастихином зашла, да? А зачем? Сиреневизной, смотри, сиреневизной. Это что будет? Вот это пятно. Тоже раздавила и потом доуточнила края. Но сиреневинкой, не чисто белой. Обязательно сиреневинкой. Такой припачканный белый, хорошо? Да. Причем синюшный припачканный. И вот там розовый. Вот там. И розовый, да-да-да, и розовенький. Это как раз у них очень важное место. Mm-hmm. Прямо смотри, розовый вгонишь в этот белый. Mm-hmm. Ширину мордочки немножко ограничить. Mm-hmm. Ага. Кого? Ограничить ширину мордочки? Да. Угу.
Ну и что? Морду-то легче потом поправить, чем... Мы заслоняем в живописи маслом. Плоскость воды. Потом немного кистью вместе с отражением. Смотри, вот я и туда краску подбрасываю, и в отражение. Все полностью перечислить вот эти вот штучки мы не сможем. Ну или это слишком долгая история. Но часть из них поперечисляем. Голова сейчас не отражает, отражение в голове не отражает голову над. То есть уточни там, подвинь немножко голову. Тряпка это двинешь тоже как же. Подвинешь, потому что она была все-таки под этим. Так. Есть такие выгодные штуки, как тень, свет, вернее, из-под теневой. Они всегда очень выгодно звучат. И даже если на фотке, с которой мы работаем, там этими не пахнет, должно запахнуть у нас. Потому что именно свет из-под теневой дает в пространстве. А, здесь еще какие-то. О, как раз они чуть-чуть прикроют. Нам не сильно утруждаться вырисовыванием. Обязательно покажешь еще вот эти сиреневатые. Сиреневатые бочочечки. На нем, на лошадке. Есть там такое, да? Да. Сиреневатые. Это тоже очень рассказывает про солнечность дня. Тени солнечный день, сиреневят. Рефлексы неба на предметы на Земле. Тоже здесь свет из-под теневой создашь. Хотя бы чуть-чуть. Смотри, рисунок, то появился контраст, то исчез. Появился, исчез, появился. То есть вот эти вот мигания появилось, исчезло, очень выгодно всегда звучат. Появился, исчез, появился, исчез. Давай так. И не говори. А, и вот здесь вот темноту напусти хорошенечко. Прямо темную, темную. Ух ты, как рельефно. Ну здорово. Здорово. Эффектно. Это рельефно здесь очень. А, вот так, да? Угу. Вот здесь зеленый я
просто поэтичнее, чтобы в отражении не было точного, ну, такой выразительности, чтобы отражение стало мягким, мягким. Да что, нормально, нормально. Так, очень эффектно ты набрала. Ага, давай, приезжай еще. Мигающий такой характер. Ну, рисунок у тебя крепкий очень, конечно. Массигином, вот в море удобно начать им дружить. Потому что здесь столько ковыряться приходится массигином, настолько... Легкие приходится делать эффектные закрутелики, что там он очень быстро осваивается. Плюс синенькие, сиреневенькие. Лошадка уже движется аж оттуда. Мы видим, что она движется не первые метры. Поэтому за собой оставила ступени этого волнения воды. Ага. Вот, но мы все-таки в воде должны будем сейчас это все разбомбить. Да. Ну, как мы все разбомбили. А, да. Угу. И сверху вот это поставить. Сейчас, ага, ага.
Так, линия воды формируется у нас. Ну, не знаю, насколько мне удалось. Наверное, не очень удалось. Что, что? Смотрите. Вот так вот. Было похоже на брызги, это все-таки на какой-то монолит похоже. Там этого нет, но нам это выгодно. Чуть-чуть идею колебаний на воде создать с такой резьбой. Согласна? То есть плоскость воды выразить. А вот это мы не будем делать. Отражение у нас очень мутно. Да, ты это не. Ты же видишь, я над водой с трудом это смог. Вот оно чуть-чуть есть и хватит. Значит, здесь не вот так, а вот по такой траектории. Вот по такой. Хорошо? Покажешь эту траекторию. Эту чуть-чуть красненького, честно говоря, не хватает. Вот красноты, особенно вот в эту часть, в теневую часть, краснота там дает ощущение очень солнечности. Смотри, сразу и сюда тоже коричневый, розовый, аж черно загнать. Хорошо? Вот он. Красноты. Вот, смотри, теневую красноту. Хорошо. Да, узел такой тревожный. Сегодня не закончит, да? А я не вижу, что здесь надо писать еще. Честно говоря,
Ты хочешь прямо вырисовать, вырисовать? Почетче? Не, ну тогда можно еще. Слишком кругло. Все-таки там шея имеет больше вот эту траекторию, перезакруглила. Пересветлила. Там более чернявое пятно. Более чернявое пятно. Это уход еще, да? Смотри, я все-таки кладу по траектории шеи, а не по траектории пятна светового. По траектории цилиндра кладу. Теневое пятно у тебя было слишком расчерчено. Смотри, я сделал его пустым.
1500. Ой, ну да. Восхищаемся. Круглость животика, то есть то была нога, это внятная круглость животика, переход в шеечку. Слишком одиноко здесь теперь свет этот маячит. Чуть-чуть. Ему компанию составить. И нос коню не задирать, а то он курносый стал.
идея ресничек. Бличка. Идея отсеченности плоскости одного от другого. То есть это линия плеча, это линия. Когда поедем? Когда поедем? Ну, можно на этой недельке будет. Тебе где-нибудь во вторник удобно? Вторник, опять же, тогда после часа. Угу. Отлично. То есть часика на два ориентируемся, да? Туда же, в два часа? Да, туда же. Хорошо. Там, ага. Там не такой яркий свет, но он же мог бы быть и поярче, да? Попробовали, звучит, сел. Пускай звучит. Ну, что-то такое.